3, 2, 1, старт! Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 4 года. Я люблю петь, наряжаться. Я просто захотела сюда прийти. И меня мама привела. Я пришел на кастинг, и я сейчас на камере. Но я умею, типа, юмор людям давать. Отлично. Дай нам юмора. А если одного возьмут ведущим, а второго нет, подеретесь? Да. Нет. Да. Да или нет? Нет. Да. Нет. Если Артема выбрали, меня нет, это очень жалко. Ну, ну и что? А если наоборот? Тогда тоже мне жалко. Да, это хорошо. Буду ставить лайки на телефоне. Много лайков. В эфире новости на Первом канале, например. Хорошо, а мы же не на Первом канале. Мы на каком канале? Ну, я честно не знаю. Здравствуйте. Я Пасом. Я в Видном ТВ. Я бы хотела вести телепередачи, которые могут выйти на студию. И я бы хотела стать телеведущим, вести всякие программы и всякие телепрограммы, чтобы меня все увидели по телевизору. Я хотела быть ведущим взрослых программе. А новости – это взрослая программа? Да. А ты смотришь новости? Да. И не скучно тебе их смотреть? Нет. Мне наоборот нравится. Каких новостей должно быть больше? Новостей? Ну, я думаю, больше новостей, ну, тех, которые потревожат, ну, кого-то. Я не знаю, тебе тоже будет трудно быть или нет. Надо не бояться камеры, не бояться провала. Так, улыбнись. Здорово. Представляйся. Зачем? Давай. Зачем? Давай. Ладно. Он должен верить в себя. Вы должны моего брата взять. Он актер. И очень хороший. Он очень умный и заботливый. Мама, так мало осталось нормальных девчат. Если я приду к вам в следующий раз, могу рассказать про сейчас. Я не помню. Как стать известным? Известным, если будешь в телевизоре, конечно. Вас лототка, тва лототка, я пока что не свиста. Если на ваечку немножко, вы похлопайте тогда. Публики не пропустить. Передается по каждому телевизору.